Приветствую вас на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня поговорим о том, где находятся щетки на стиральной машине. Ну, скажу сразу, что на вот такой стиральной машине LG, да, F1056MD, у нее щеток нет, потому что у нее стоит инверторный двигатель, и это так называемый бесщеточный двигатель уже следующего поколения, соответственно, здесь щетки искать бесполезно. А вот на стиральных машинах, таких как Indesit, Candy, например, да, либо стиральные машины те же LG, но более старого поколения, на них есть коллекторные движки с ремнем приводным, и вот у таких машин-то щетки как раз есть, и они могут стереться, что приведет, соответственно, к выходу из строя стиральной машины. То есть щетки эти находятся в корпусе двигателя. Для того, чтобы их найти, необходимо добраться до двигателя либо через дно стиральной машины, да, то есть у них у многих моделей дна нет, соответственно, если мы ее уложим на левый бок, то мы доберемся до движка. Либо если откроем заднюю стенку, соответственно, под баком внизу найдем двигатель. Ну и для удобства можно снять, конечно, двигатель, можно не снимая, открутить небольшие винтики и извлечь угольно-графитовые щетки. То есть, как правило, именно угольно-графитовые применяются на таких движках. Они недолговечные. То есть, если вам щетки уже мастер менял, то, скорее всего, они снова выйдут из строя там, в течение 3-5 лет. Заводские щетки ходят дольше, то есть в некоторых случаях до 10 лет и даже дольше, смотря как эксплуатируете стиральную машину. Заменить их своими руками несложно. Главное, что соблюсти алгоритм действий. То есть сначала снимаете старые щетки, причем снимаете их обе сразу, несете в магазин, приобретаете уже по их образцу новые, желательно фирменные, да, и приносите, ставите на место старых. Не покупайте щетки никогда заранее. И не меняйте одну щетку. Лучше их менять парой. Потому что если вы там увидели, одна стерлась, одна нет, то для того, чтобы износ был равномерным, лучше заменить парой. Стоят они недорого. То есть для замены вам потребуется только отвертка. Одна отвертка крестовая обычная, чтобы вскрыть заднюю стенку корпуса стиральной машины. А вторая тоненькая для того, чтобы маленькие болтики открутить. И все. То есть меняете щетки, и такие проблемы, как, допустим, невозможность отжима, да, то есть машинка плохо крутит барабан, не может его раскрутить, либо вообще встала, либо запах появился неприятный, там, как типа жженой проводки, да, то есть треск внутри при раскручивании двигателя. Эти все проблемы успешно разрешаются заменой угольно-графитовых щеток. Если у вас какие-то вопросы остались, пишите комментарии, мы на вопросы на ваши ответим. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи!